Они его жрут просто капец как. Если бы я знал, то взял бы, наверное. Подожди немного, подожди. Он его, сука, съел, блядь. Отлично. Сейчас, братан, сейчас я тебя отпущу. Я думаю, они выплывают отсюда, потому что здесь есть три пути. Вот этот. Вот здесь еще один есть путь, поэтому... То, что касается рыбы, вон прилетели птички. Поехали дальше. По джигу я обычно ловлю 18-граммовым. Джигпара TG в красном цвете. Сейчас я поставил... 14 грамм, и уже я смотрю, обломала крючок, так что еще один заброс, я попробую его сменить. Ну, как я и говорил, на каждом забросе происходит пиздец. Я специально не меняю джиг, потому что остался один ассист, мне так проще. Освобождать его. С одного ассиста снимать, конечно, проще. Здесь уже есть где отпускать, поэтому... Джик уже весь обломанный, но до сих пор работает, короче. Так, я меняю джик, я ставлю точно такой же, с 18 грамм TG. Надеюсь, что с ним будет покомфортнее, потому что волна, она сегодня с одной стороны за меня, а с другой стороны ветер очень сильно мешает. Да, 18 грамм, бланк с запасом, чувствуется, что это не его предел. Но...
удары чувствуются просто, просто волна, течение. Удары происходят даже по вершинке. Я чувствую их просто... Это, конечно, это очень комфортно. Это очень комфортно. Куда ты у нас ушел? А, это уже не Тарахун. Это была Тхила. Поехали дальше. Вот это я люблю. Вот это то, что я называю взял по фэншую, когда за ассист. Еще одна хилка. А нет, а да. Сейчас мы ее отпустим. Thank you.
Блять, не успел даже на дно положить. Сука. А, это что-то большое. Бля, это что-то большое было. Thank you.
делал.